проигрывает в пенальти, получает расстрел яйца, ребята, 20 штук. Жиза, просто бу! Минус одно, ребята, одного яйца не досчитаемся. Это домой забери, я яичницу сделаю. Яичницы на спине сегодня не хочется, я лучше сегодня после футбика покушаю. Да, на тоненькую прошил, блядь! Оставляем яйца девочкам, я так как у нас есть яйца, а у них нет яиц. На меня выпала ответственность предводитель женской команды. Братан, а почему шторы на поле? Оуджи Будда на поле. Девочки сегодня остаются без яиц. Опа, это маме скинь. Мам, не смотри это видео. Ну, мама! У меня яйца есть, поэтому дополнительно не нужны. Прям чуть-чуть выше, это гол был, блин, вообще не повезло. Не повезло, не повезло. Я хочу свою команду вытащить с победой, пострелять всех яйцами. Эй, Богдашка, как твои дела? Смаил, долбоюб, блядь. Бля, вот что сложно было так сделать, сука, низкий карлик. За женский футбол, за достоинство наше. Пока что без яиц. Да, бля! Команда забыла про меня. Раз, два, три. Слава богу, блядь. Блядь, чуваки, кто мне прям самое больное сделает, блядь, сегодня сейчас уходит. За такую тупую идею, блядь, вот кончу, надо прям расстреливать. Ай, блядь, твою мать! Я не выдержу 10, брат. Я ему найк нарисовал, мужики, блядь. Ой, я очень слабо. Лови аптечку. Я ноль кину. Ну, ребят, яичница готова. Сейчас тут плюс 30, в принципе, она пожарится быстро. Слава, как всегда, отсосал за такую тупую идею. Надо получать пизды, я считаю. Он нас подставил. Я подставил, да. Все забили, кроме Исмаила. Пишите в комментариях, Исмаил лох, объелся блох, сел на лавочку и сдох.